Всем доброго времени суток. Это видео будет коротенькое о Wi-Fi модеме Йота. Да, мне приносили его опять. Там шлейф. Поправил я, немножко обрывался шлейф. Почему обрывался? Потому что он в машине работает у моего друга. Я ему сказал, что он может в машине работать, он теперь его в машине гоняет. Да, Wi-Fi модем Йота способен работать и от любой зарядки, и от повербанка, и в машине, воткнутой в гнездо USB у автомагнитолы. Возможно, многие люди, оказывается, об этом просто не знали. Вот я подключаю модем сейчас к планшет, к этому модему, который воткнут не в компьютер, а в простую зарядку. Ну, то же самое все. Так, подключено, пожалуйста. Сейчас планшет работает от этого модема. Это может пригодиться сейчас лето, допустим, на дачу куда-то поехать или что-то, на пляж, в повербанк воткнуть можно такой модем Wi-Fi. Просто так Йота не разрешает раздавать интернет с планшетов и телефонов, а с модемов разрешает. У кого остались старые тарифы безлимитные, будет очень полезно знать такую функцию Wi-Fi модемов Йота. Пожалуйста, все работает, все хорошо. Это сейчас работает он от этого модема. Вот мое последнее видео. Загружается. Все, вот я сейчас выдерну модем. Сейчас там вперед всегда загрузка идет. Сейчас остановится и заглохнет, потому что модем-то я выдернул. Все, завис, кончился интернет. Так что, если кто-то не знал, такая вот полезная функция. Просто 5 вольт, и он работает. Полноценный Wi-Fi роутер, причем с питанием 5 вольт. Если у вас безлимитный, еще остался безлимитный Йота, полезно будет на даче. Да и дома так полезно. Просто не обязательно иметь компьютер, если он у вас даже сломался. Вы можете просто воткнуть его в зарядку от телефона и пользоваться, продолжать Wi-Fi без компьютера. Возможно, кому-то поможет. Всем спасибо. До свидания.